Привет, друзья! У нас время крутых историй. Помните Соренто, который я снимал прошлым летом? Так вот, в день нашего отъезда на нем порвалась цепь. У Соренто их три. Порвалась средняя, на скорости порядка 80 км в час. Здесь стоит турбодизель объемом 2,5. Модель D4 CB. Пробег машины по одометру был меньше 150. Но это не точно, потому что хозяин не первый и даже не второй. Заменили цепи, натяжители, успокоители, и машина завелась. То есть не погнула ни клапана, не сломала ни рокера, ничего такого. Большое везение, а может быть и нет. Может быть это конструктивная особенность двигателя. Клапана здесь стоят не под большим углом к поршням. Однако, если говорить, насколько малой крови обошелся ремонт, нужно понимать, что комплект цепей с успокоителями стоит больше 15 тысяч рублей. Работа по замене всего этого дела примерно так же. Не бесплатно. Друзья, будьте аккуратны, меняйте цепи вовремя. Лучше раньше, чем позже. Всем спасибо, счастливо.